Сейчас мы находимся в ОВД Филида Веткова, где незаконно удерживаются наши товарищи. Где не пускают адвоката, вот рядом с ним. Не пускают адвоката. Мы пишем заявление на сотрудника МВД Филида Веткова с номером 02-53-24, который отказался в нарушении закона о полиции и административного регламента прекращать незаконные строительные работы, а именно вырубку деревьев в парке, посаженном ветеранами войны. И вместо того, чтобы прекратить заведомо неправомерные действия, преступные действия, были задержаны неравнодушные граждане, которые пришли в парк, я бы сказал, остановить это безобразие с гвардейскими лентами, которые повязали на деревья, посаженные ветеранами. Вот так вот московская власть, много говорящая о памяти и о всем таком, на самом деле для них память участников войны – это пустой звук. Мы видим, как эти подонки стирают нашу историческую память, вытирают об нас ноги и плюют в память наших павших дедов и прадедов. Но этим гадам, каждому ублюдку прилетит в этой жизни.